Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в Spooky House of Jumping Scares. Двигайся вниз. Теперь я сделал все, чтобы пройти. Завершить прохождение игры с хорошей концовкой. Плохая у нас уже получилась. Хорошая заключается в том, что надо... Я так понял, до 995 комнаты, с которой мы только что стартовали. Не бить топором никого, вернее, там что-то количество ударов топором не должно превышать, кажется, 731 или просто 31. Ну и то, и другое, я думаю, выполнено. То есть я никаких монстров, даже картонных дурилок не бил топором. Только несколько мест, которые по сюжету надо пройти. Где-то там вентиляция была что-то забита, и двери некоторые открывались только с помощью того, что... чтобы топором сбить с них засовы. Все. Ну вот и как тут тоже. Больше никто топора не отведывал. Жаль. Ну ничего. Просто природа. Поля. Небеса. На самом деле там, наверное, жутко жарко. Да. Это скринсейвер. Это спуки. Ну что ж, ты сделал это поздравление, наверное. Но, как бы, есть одна проблемка. Ну, вот-то я и вспомнила. Ты должен пройти теперь финальный тест, чтобы доказать свое предназначение, или что-то типа того. О, ну да, пройдем. Чего уж делать-то? Ну, все тоже все там же. Радио. I'm taking all those logs they keep throwing out, and I'm nailing them together. Я думаю, тут-то уже можно топором орудовать. Это типа наступает смертушка, или все-таки это бой с боссом? Так, первое, появляются войд-зоны, нельзя в них попадать. Теперь ручище где-то. Вот она ползет. Мне тоже лучше не попадать. Теперь ребята. Ну и фаербол. Тупанул, получил. Ну как, еще один будет? А может и не один. Хочешь ты хочешь, надо убить топором, иначе... не знаю, фаерболом его долго придется охаживать. По крайней мере, смотрел прохождение других людей, такое бывает. Они вроде тоже били топором, и все нормально получалось. Так, ребяточки, а, да. Давай свой фаербол. Прямо в морду. Вот. Теперь как-то надо аккуратно уходить, чтобы пополнить здоровье. Но все же пополняется. Рука по-прежнему одна. Давай сюда, фаербол. Ай-яй-яй. Опять уходим. Ну, по крайней мере, это босс как босс. Уж действительно босс. Наверное, руки теперь будет две. Их три уже. Валим. Будет зоны. Ай-яй-яй. Ну, их шесть. Это еще не все. Значит, у нас рука
Типа рука, не надо на них смотреть, это Колин. На всякий случай. Третья рука. Вот. Персонаж не добивает вот топором, и как бы просто рушится потолок. Вот эта концовка. Ну что ж, ты типа того. Умер. Очень трагически, я так думаю. Не так трагически, чтобы стать привидением все-таки. Ну, теперь ты станешь солдатом, и нам теперь хватает наемников, солдат, чтобы начать наше... Что? Вторжение? Не успел прочитать. Что такое? Что это такое? Призраки? Время настало, мои воины. Никто теперь не будет называть нас няшными. И нас не будет игнорировать. У нас наиболее устрашающая армия в мире. Все? Вот такая странная штука. Did you really think it's... Может, это действительно конец, а может и нет. По крайней мере, это хорошая концовка, как она считается хорошей концовкой, когда наш герой погибает. А теперь музыка, которую, наверное, придется вырезать, потому что YouTube воспримет ее как саундтрек, скорее всего. Ну что, хорошая музыка. Спасибо за то, что играли. Ну, конечно. А вы за то, что смотрели, а я за то, что промучился еще 3 часа, чтобы увидеть вот эту концовку. А теперь, думаю, вопрос по игре закрыт полностью. Кстати, почему-то... Ну, назовем... Good. Все, игра начинается заново, и можно смело проходить еще раз, но... Зачем уже? Не надо. Все концовки мы видели. И это хорошо. Всем спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч!